Лучший лесной пожарный Чувашии работает в Урнарском районе. Это стало известно после прошедшего в республике профессионального конкурса. Водитель специализированных машин Александр Иванов обошел конкурентов на эстафете и справился на отлично с теоретическими заданиями. Служба лесных пожарных трудна и опасна. В этом убедился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Он провел один день с лучшим огнеборцем республики. Фронт работ Александра Иванова – лесной массив на окраине поселка Вурнары. Это больше 30 тысяч гектаров. Именно он должен приехать первым на место ЧП, оценить масштабы бедствия и вызвать подмогу. Мы звоним, предупреждаем лесную охрану. Потом уже как бы выявляется, ну как бы приезжает комиссия, выявляется очаг, класс пожаробезопасности. После, как дают команду, инструктаж, команду, мы как бы начинаем тушить лес. Этот лес Александр знает как свои пять пальцев. Каждый день за рулем пожарной машины ему приходится одному патрулировать многокилометровую территорию. Сколько километров наматываете-то в день? Ну, по-разному. Это бывает 70, бывает 50 километров. Выходные у нас тоже патрулирование идет, когда пожароопасный период идет. Работа нелегкая, конечно, но придется работать. На службу в Урнарское лесничество он заступил только в этом году. Экономист-бухгалтер по образованию на протяжении многих лет выезжал на вахту в Москву. Но пригодился Александр там, где родился. Родился в деревне, сам рядом с лесом. Лес для меня с детства как бы, ну, ценность, притяжение к лесу вот такое. Чтобы завоевать титул лучшего лесного пожарного года, участникам конкурса было необходимо преодолеть полосу препятствий и дать точные ответы на вопросы жюри. Александр признается, чтобы подготовиться к тестам, пришлось проштудировать большое количество литературы. Теперь правила пожарной безопасности в лесах он знает на зубок. Учение как бы труд человека, учение всегда оживление как бы считается. Александр стал вторым лучшим лесным пожарным в истории Чувашии. Этот конкурс организаторы намерены проводить и впредь. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.